поборется. Вольский может преуспеть на добивании, может что-то и подставить, а нету его тем более. Да. Опа! И вот, пожалуйста, 300-я шайба Сергея Мазякина в континентальной хоккейной лиге. Не замедлило последовать 2-2. Бросок у него получился не самым удачным, но в этой ситуации вот Крисли контролирует шайбу, оставляет ее Сергею Мазякину, и примерно с этой же позиции, но только в этот раз не низом, а просто в дальний верхний угол ворот. Василий Демченко, Сергей Мазякин отправляет вторую шайбу Металлурга в этом матче и сравнивает счет. Ты просто расстрелял. Чего говорить? Мазякин вот с таких вот позиций он точно не промахивается. Без помех прицелился и